Мой папа говорил, если так начинается день, дальше он покатится в гору. В гору? Нет, покатится под гору. Но все хотят быть на горе, никто не хочет быть внизу, так что в гору. Но вниз спускаться проще, и твой папа не имел понятия, о чем говорил. Вам запрещено летать. Малыш должен родиться в пятницу, ты успеешь добраться? Эй, хочешь поехать с нами? Кризис преодолен, я еду. Знаешь... Дай мне поговорить. У тебя есть хороший стилист на побережье? Я сделал завивку, а ей нужен постоянный уход. Вот с чем имею дело. Нам ехать несколько дней не помешает узнать друг друга. Твой любимый цвет. А когда ты потерял девственность? Мне было 9. Отличная деваха, отличная. Шила Пимплс. Нужен пит-стоп. Мы закрываемся, у меня в Чили столик заказан. У тебя в Чили столик заказан? Очень умно, правда. У них людно по сыну. Я презираю тебя каждой клеткой своего тела. Хорошо, такое я уже слышал, я работаю на этом. Да я никогда! Привет, милая. Ты где? Великий каньон, буду через минуту. Ты сказал Великий каньон? Без паники! Спокойно! Я оставлю домой в целости и сохранности. Я тебя поцелую. Питер, прекрати, я же за рулем! Больной! Почему у вас стеклянные глаза? Веселились? Нет, у меня глаукома. А собака? У нее тоже глаукома? Такие же стеклянные глаза. Это лежачий полицейский? Да, он самый. Поднажми. А вот и еще один. Зачем тебе это? Это же мой папа. Почему прах отца в банке из-под кофе? Потому что он мертв, Питер. Папа, ты был мне как отец. Папа поклясться, это человеческих рук дело. Нет, неверно. Это Великий каньон, не дамба Гойера. Знаю, что не дамба. Ее же пилигримы построили. Тоже неверно. Hey! Кофе ужасный, на вкус как к отцам. А по-моему, очень изысканно. Это я из вашей банки заварил. О, черт. В этой банке прах его отца. О, боже! Как глупо! Check yourself, check yourself!